Саровская дивизия войск Национальной гвардии Российской Федерации обрела свой официальный символ. Временно исполняющий должность командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник торжественно вручил боевое знамя в Рио командира Саровской дивизии полковнику Алексею Решетневу. Я верю, что боевое знамя вручено в надежные руки и руки тех, кто будет упорно отстаивать свою воинскую профессию, верно служить нашей Родине. Благодарю весь личный состав за силу, выдержку и мужество. В торжественной обстановке государственными наградами наградили 5 военнослужащих соединения, которые отличились в ходе выполнения служебно-боевых задач. После церемонии росгвардейцев приветствовали почетные гости. От имени коллектива Российского федерального ядерного центра я поздравляю вас с знаменательным днем вручения знамени. Знамя как символ победы. Знамя, как вера в сегодняшний и завтрашний день. Знамя, как величие нашей великой страны. Город Саров и Саровская дивизия неотделимы. Годы взаимодействия показали, что город всегда готов прийти на помощь дивизии. И мы знаем, как вы откликаетесь на наши просьбы. Сегодня я здесь только для того, чтобы сказать, город Саров гордится вами. Спасибо за службу. Также слова поздравления на путствие военнослужащим сказали протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочинного Саровского благочиния по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и полковник в отставке Виктор Сазонов, председатель Совета ветеранов дивизии.